Слава, я теперь там, где надо? Да, где надо. Посмотри там. Просто смотри, как бы тут как морской бой, понимаешь? Не угадаешь, куда они могут Ну-ка. улететь. А Давайте Бруму, прочалимся. наверное, уже. Вот если Вот Зульфикари только что. закроют, он потом в Гранаркус переместится. Не понял, каким то. Но я пока, Слав, стою на этом самом, вот, и жду их на первом-первом. Я могу туда-сюда побегать, там рядом, поэтому я побегаю Побегай туда-сюда. туда-сюда. Все готовы, все тут. Да. У кого нету бафа, Чарли? Эх, все есть, пойдем. Поднимемся. Зачем? Follow Max. Нет, на этот раз follow дрыщ. Макс там Дрыщи пиццы вроде. Нет метки на дрыщи. Да, сейчас я тебе дам лидер ставки. Какого фига ты себе не пометил за страницу? Тормозни-ка на секунду. Так, ой, блин, все загораживают себя специально. Всё. Я слишком дрыщ. Ты слишком я промолчу. Просто на самом деле, вот когда пофиг система ГВГ, я думаю, и гильдии будут более как бы. Ой, подождите, а мы куда бежим? Направо пойдемте. Я думаю, что пятый тут есть. Как-то слишком Ну, примитивно. варов-то здесь уже нет, я это и так вижу. Так. Поехали, поехали. Сосати тут стоят. Смотри, сейчас. Да-да. Сейчас смотри. Могут кинуть вар нам еще. Я думаю, они спросят. Короче, слышите? Это после Некуса, это кому надо, Алай Дели, и после Алай Дели на Фрейвин пойдем с этими. Сюда. Так мы договорились, что не будем делать аллей вроде, не? Да, не будем аллей делать, аллей. Не будем. Не, я, Слава, мы будем делать. Гром. Ой, блин, Диаболика, ты такой Диаболика. Ну, мне кажется, после Али уже мало кто пойдет на 15-15. Да. Пока вы сделаете, это будет час. Дрюс, какой сейчас час? Валит. Это какой будет час? Это ты за час Аликвесты делаешь. Ну, сколько вы делаете Аликвесты? 20 сколько? Минут. 20 минут. Пока вы там соберетесь, психанете пару раз, обругаетесь, вы уже пройдет час. Зуб даю. Я найду кого взять. Вот, пойди возьми кого-то. Правильно. Чё, эти предлагают подраться? Угу. Они говорят, либо фарвин, либо тут. После бафа, значит. Так, о, блин, я квесты не взял, ё-моё. Давайте если спокойно закроем Нексус, на другой. И вы пойдёте на фарвинт и всё. На фарвинте фарвин. Лучше скажи им. Кто на фарвин? Лучше на фарвин 15 на 15, скажи, попробуй. Ну, блин, я сказал же уже. Какой еще говорить? А они не сказали сразу после Nexus. Фрейвинда, они хотят на Фрейвинд, но после Nexus они надо им сделать быстро Light Daily Quest. После Light Daily Quest. А, окей, да, 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 хорошо. На Фрейвинд. Так, туда они не прилетели на вторую волну, не прилетели, да? Но они могут закрыть на дальнем. Как бы мне 20 мингов не бить. Тебя тоже не пролетели, да? Мя. Ну ладно, закрывайте. Значит, ну, тут тоже на забей на них. Ну, на первых, понятно, нет. Ну, может, они боятся в гранату. Ну, я до красного просто не добегу, его сейчас закроют. Сколько у нас всего риперов в гильдии? 4 маленьких моба убейте, если можете. Еще одного, пожалуйста. Просто идеальный рейд для 15. Спасибо. 10 риперов. Так. Может, третья стадия? Ну, хотите, могу на вторую волну присумонить, у нас вторая давай, волна. Давай, давай, давай. Принимайте самон. И сейчас после этого не заходите в траверс. Надо поделить еще. Надо будет. И если кто-то не идет, просто может, ну, потом из рейда выйти, если кто-то в траверс, кому-то не надо. И мы тогда Диаболику возьмем. У нас всего... Сколько у нас? Одно место, да? Правильно?
Яболька, ты же один? Ну вот, значит он один. Да я доктором выйду, да и все, что стараюсь. А у нас еще вис, а она тут. А че я сквозь мобов прохожу? Мирная зона. Мирная зона. Смотри, а, тебе вот сюда, там нет бар. Углы и мирная зона, поэтому здесь я не попал. Ну ладно, забейте, в общем. Тяжело, бесит, честно говоря, вот эта вот система ГВГ не тупая. Не люблю искать всяких. Не, ну, Влад, чтобы сейчас в текущей системе как-то воевать, это нужно, чтобы у нас было твинхов на отдельных аккаунтах хилов от самонеров, да, ровно по числу нексусов. Это надо договариваться. Чтобы, да. Чтобы по каждому просто, на каждый нексус поставить, как бы, и смотреть. Вот а, тогда все, заходим здесь тогда. Так, подождите, значит, кто у нас? Ты доктор, да, выведешь? Да я доктора выведу, да и все. Ну, давай. Берите просто, кто у нас был, Ванька? Угу, я взял. Ваня? Угу. Слайка. Ждем персонажа. Ваня там Nexus закрывает. Старается. Просто сейчас в велику перейдем на следующей неделе, и все будут враги. Все более-менее крупные гильдии. Там Blood Reapers нормальная гильдия. Все нас будут. Ну и что? Зато мы потренируемся. Кто-то нас лично поломает. Может хотя бы народ будет собираться в альянс-локацию, а не вот так вот только ради Nexus. Все, да, заходим. Да. Там вариантов принимайте. Будет немного. Либо мы все придем, либо гарантированные люли. Да хоть с двух локаций нормально ключи потаскать можно будет. А с другой стороны, да, с ключами проблем не будет. Кстати, такой вопрос. Вот там разговор был день или два назад относительно того, что там у нас часть народу не одета, и есть возможность там попробовать девастатора собрать. Ну тем, да, можем. Это... Давайте, например, я могу сказать сразу. Давайте, блин, в субботу, то давайте вот... Сегодня у нас что, в этот? Вверх. Пятница. Надо какой-то день просто выбрать. Мы можем протащить пятерых. Я думаю. Пятерых, то есть пятерых, кто кому надо, девастатор. Ну вот я бы взял не оружие и тушу. Вот, ну ты же понимаешь, да, что вероятность, что он упадет, она крайне мала. Ну и что, там все равно там, наружу, тем не менее, наружу, да, это вероятность будет есть. Нужный опыт. Поэтому я там ни разу не был. Лучше взять пятерых людей, которым что-то надо, что вероятность, что что-нибудь кому-то упадет, будет выше. Вот. А пять человек, я думаю, что ну мы тогда своей пачкой просто. Ну, просто давайте, например, я просто не знаю, день какой лучше взять. Но это надо делать не в пятницу, не в субботу и не в воскресенье. И не в понедельник. И не в понедельник, и не в вторник, и не в четверг. Остается только среда. Не, потому что в пятницу двойные очки на этом... На Скоринге. Скоринге. Потом на Фравинде. Ну, в принципе, в воскресенье. Давайте в воскресенье после конфликта. Точно. Это слабо. Можно еще в субботу до двойных очков, собственно, сходить. Это же полчаса. Ну ладно, ладно. Могут не все быть просто. Это не полчаса. Нет, с пятью паровозами это не полчаса будет, это час. Это если не будет вот этот врыв на первом кристалле, после первого кристалла, точнее. Как же без врыва? Не, да если у нас врыв будет, то врыв будет обязательно. Какой такой взрыв? Не-не, взрыв. Да это там есть скилл босса. Притягивает просто после первого кристалла. Чё-то я не помню такого. Ну, да. С плохим рейдом ты ходил, видимо. Это какой? Точнее, со слишком хорошим. У вас ДП слишком маленький, поэтому вы не увидели скилл. Особенно когда это сделал Токси, это вообще был красиво. An auspicious meeting. I long to help. Когда Ваня рванул и Токси за ним, это было классно. Was I hard to find? Короче, давайте в воскресенье пойдем в этот рифт. Давайте в КР-20 еще. Turn the page, friend. Ну есть только 10 раз. Мещи знает ток возвращения. Ради желтой надписи. Какой желтой надписи? Ну-ка. Филит. А, нет. Это уже есть, это уже пойдем. О, есть у кого твинка? Вспоминайте, как раньше было.
по четвергам там собирались. Блин, я